Наша организация является ресурсным центром для некоммерческих организаций региона. И, конечно же, мы много берем технологий, которые дает Гарант, потому что он тоже является ресурсным центром. Но, наверное, ресурсный центр не только для своей области, он позиционирует себя как ресурсный центр уже в масштабах всей страны. Поэтому те мероприятия, которые проходят, тренинги для тренеров, тренинги для начинающих организаций, они, конечно, помогают, ну, прежде всего, участникам структурировать свою деятельность, быть в тренде тех вещей, ну, новшеств, которые появляются постоянно. Потому что вот эта ситуация, например, с пандемией, понятно, сделала вызов всем, и каким образом можно взаимодействовать со своей аудиторией через онлайн, значит, различные технологии. Мы тоже как раз вот весной об этом говорили, ну и, конечно, применяем эти технологии уже сейчас на практике.